играющий тренер команды Станислав Брацилов. Маржановский поставляет ногу, 1-0, Сергей Ридный. Первая минута, если быть точным, 25-я секунда, Латвия. Вряд ли Брацилов пробивать будет. Передача идет, и Ридный дубль делает. Еще и минут на 60 секунд не прошло у нас. Два мяча Ридного. Дьяченко забивает, Роман Дьяченко, 2-1 счет становится. Ну, здесь разобрался капитан Легиона. Добивание, забивать нужно, какой момент был, Дьяченко мог... Ридный, не глядя, подошел и катил в центр. Сравнялись по фолам, 4-4. Прострелы тут с рикошетом и с отскоком не по... ...грантами. И он здесь... Ученко, конечно. Ридный, классная передача, Маржановский. Прострелы на дальнюю штангу не по... Драган Ковалев и Гажимон появляются у Легиона на поле. Маржановский выходит на ударную позицию, пробивает также штанга. А здесь Дьяченко выходит 1-1 и не забивает обратно штанга. Что ж такое? И не залетает мяч в ворота. Бать, что два мяча забил как раз таки Ридный. Здорово, Маржановский! Третий номер, 3-1 делает счет и передача от Ридного. Не заработали. А здесь мяч до Ридного. Доходит Ридный, здорово, Тесле забивать нужно. И не забивает, пустые ворот. Шайнов. Печкуров, пустые ворота. И залетает мяч, 4-1 счет становится. Все-таки забил Павел Печкуров. Обладателем Кубка турнира памяти Валерия Рутюнова. 4-2 счет становится. Вот обменялись забитыми мячами на последней минуте команды. Ну все, 4-2. Итоговый результат. Латц. В принципе, все этого ожидали.